чтобы компьютерные игры не превратились в зависимость, а развивали и открывали перспективы. Такая основа у проекта «Саровский кибермарафон «Новоспорт». Автор проекта Павел Дудин решил развивать в городе киберспорт, чтобы показать родителям и детям, что играть в компьютер – не равно бесполезно проводить время. Есть такая проблема, с которой сталкиваются родители. Родители не понимают, что делать ребенок в компьютере. Ребенок не может это доказать родителям в силу своего возраста. Моя задача будет объяснить родителям, что вот есть такие-то игры, у них можно развивать такие-то качества и такие-то способности. Вот. А детям показать правильный вектор развития. В рамках проекта для школьников и студентов будут проходить занятия по киберспорту на базах компьютерных клубов. Преподаватели расскажут об основах таких игр, как Dota и Counter-Strike, покажут ключевые элементы, механику и правила игры. Занятия будут состоять из теоретического и практического материала. Павел Дудин уверен, что компьютерный спорт может развить у ребенка определенные качества и навыки. Например, в жанре моба у тебя очень сильно развивается критическое мышление, то, как ты планируешь. У тебя, то есть, есть небольшой план на игру. Ты стараешься его поддерживать, но очень много ситуаций, когда тебе резко приходится принимать какое-то довольно иногда сложное решение. Вот. Шутеры хороши тем, что у тебя в голове вырабатывается стратегия, определенно у тебя вырабатываются твои наработки. А стратегия, очень часто их делают на основе исторических, то есть, к примеру, вот. Там очень тоже много чего развивается, стратегия не самых сложных в своем понимании. Также проект предполагает проведение турниров и большого киберфестиваля. Павел планирует создать саровскую команду, которая будет представлять наш город в других регионах. Соревнования по киберспорту в будущем планируют проводить и в новом фиджитал-центре молодежного пространства «Горизонт». Также в следующем году в Сарове появится Федерация компьютерного спорта. Я занимался киберспортом, сейчас ушел вот в стадию преподавания, то есть обучения людей. Играл на турнирах в Нижнем, за институт, потом попадал на региональные этапы. Определенный опыт, интерес, то есть саморазвитие я получал с этого. Огромный опыт в плане даже своего образования. Павел Дудин успешно защитил проект «Саровский кибермарафон «Новоспорт» на конкурсе молодежных инициатив в рамках профильной смены «Наше дело». Реализация проекта начнется с сентября. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».